Черданцев и Константин Генич. Мы надеемся, что сегодняшний товарищ... Главный тренер выпустил сразу двух форвардов. Атакующий полузащитник будет снабжать их острыми передачами. Судя по выбранной схеме, через центр сопернику сегодня не пройти. Видимо, придется искать другие пути к воротам. Черданцев и Константин Генич. Мы надеемся, что сегодняшний товарищ... Главный тренер выпустил сразу двух форвардов. Атакующий полузащитник будет снабжать их острыми передачами. Судя по выбранной схеме, через центр сопернику сегодня не пройти. Видимо, придется искать другие пути к воротам. Черданцев и Константин Генич. Мы надеемся, что сегодняшний товарищ... Главный тренер выпустил сразу двух форвардов. Атакующий полузащитник будет снабжать их острыми передачами. Судя по выбранной схеме, через центр сопернику сегодня не пройти. Видимо, придется искать другие пути к воротам. Черданцев и Константин Генич. Мы надеемся, что сегодняшний товарищ... Главный тренер выпустил сразу двух форвардов. Атакующий полузащитник будет снабжать их острыми передачами. Судя по выбранной схеме, через центр сопернику сегодня не пройти. Видимо, придется искать другие пути к воротам. Черданцев и Константин Генич. Мы надеемся, что сегодняшний товарищ... Главный тренер выпустил сразу двух форвардов. Атакующий полузащитник будет снабжать их острыми передачами. Судя по выбранной схеме, через центр сопернику сегодня не пройти. Видимо, придется искать другие пути к воротам. Черданцев и Константин Генич. Мы надеемся, что сегодняшний товарищ... Главный тренер выпустил сразу двух форвардов. Атакующий полузащитник будет снабжать их острыми передачами. Судя по выбранной схеме, через центр сопернику сегодня не пройти. Видимо, придется искать другие пути к воротам. Черданцев и Константин Генич. Мы надеемся, что сегодняшний товарищ... Главный тренер выпустил сразу двух форвардов. Атакующий полузащитник будет снабжать их острыми передачами. Судя по выбранной схеме, через центр сопернику сегодня не пройти. Видимо, придется искать другие пути к воротам. Футбол растет во всем мире. Поход на футбольный матч – это уже не только для кого-то одного. На игры приходят семьями. И вот это по-настоящему здорово. То, что хочется видеть на каждом стадионе в мире. Судя по выбранной схеме, через центр сопернику сегодня не пройти. Видимо, придется искать другие пути к воротам.
Черданцев и Константин Генич. Мы надеемся, что сегодняшний товарищ... Главный тренер выпустил сразу двух форвардов. Атакующий полузащитник будет снабжать их острыми передачами.